Скільки нам зараз необхідна ось та важка техніка, яку ми очікуємо від Німеччини, для того, щоб відтіснити російських окупантів від міста Бахмут? В районе Бахмута нужна не тяжелая техника нам, а тяжелая техника надо чуть севернее, ближе к Луганскому фронту. А в Бахмуте нужно большое количество боеприпасов. К той технике, которая у нас есть, к той арте, которая у нас есть, стоит за Бахмутом, с запада. Есть превышение, на этих превышениях стоят наши батареи. И вот именно они удерживают россиян огнем артиллерии, удерживают россиян от захода в Бахмут. А вот для этого надо определенное количество боеприпасов. Есть моменты, связанные пока с недостаточными поставками, потому, я думаю, поездки нашего руководства приведут к тому, что эта проблема будет снята. А уличные бои проходят в Бахмуте, они заходят, россияне просачиваются, особенно в частный сектор. Наши спецгруппы их выбивают, арта их также перемалывает. То есть идут, можно сказать, уличные бои только на восточной части, и на восточной, и юго-восточной части Бахмута. Ну і також, звісно, не припиняються атаки російських військ і південніше, в напрямку Вугледара. Там працюють кілька з'єднань, ну, точніше, з'єднання з різних підрозділів. Але, зокрема, дуже часто згадують 155-ту бригаду морської піхоти. І їх уже деякі наші військові називають бригада м'ясної піхоти, враховуючи величезні втрати росіян саме з цієї бригади. От чому так суїцидально, можна сказати, ведуть себе російські війська саме в напрямку Вугледару і так по-тупому йдучи на відкритій місцевості? Що відбувається з Вугледаром взагалі? Проблема россиян. Они из-за нехватки определенных сил и средств, подготовленных подразделений, используют иногда те подразделения по непрофильному им направлению. То есть бригада морской пехоты, морпехи – это подразделения, которые должны использоваться для десанта с моря, определенного удержания определенного плацдарма, а не для наступления в чистом поле. На подводной лодке и на катере по степям Украины сильно не порысачишь. Потому эта бригада морской пехоты, используясь не по назначению, естественно, попадает под огонь нашей арты, наших сухопутных подразделений, которые очень прекрасно обучены и понимают, что делать. А вот уже 155-я стала притчей во языцах. Как раз вот из-за этого непрофильного использования именно эти команды по такому уничтожению своих же элитных сил привели к тому, что Россия сейчас практически, российская армия практически осталась без спецподразделений. Морская пехота практически вся была сожжена в свое время в Мариуполе. Российская морская пехота, силы спецопераций выполняли несвойственные им функции. Воздушно-десантные войска российские на правом берегу Херсона выполняли задачи оборонительного плана, то есть задачи сухопутных стрелковых подразделений. То есть и, естественно, 155-ка под Угледаром также горит. Там уже второй состав начинает уничтожаться нашими войсками. Но они, тем не менее, будут пытаться Угледар обойти, вытеснить, потому что задача не в Угледаре. Задача у них стоит не Угледар взять, а задача стоит зайти нашей донецкой группировке в тыл, выйти на Курахово, на Покровск и дальше на Доброполье, для того, чтобы отрезать нити снабжения нашей донецкой группировки с центра. Потому не будут прекращаться наступательные действия, тем более в районе Мариуполя. Там сейчас собрана довольно-таки мощная группировка, как раз вот она для того, чтобы поддерживать это наступательное движение в районе Угледар. Пане Романе, от ми зараз хочемо поговорити і про Запоріжжя, ви сказали за Маріуполь. Чи немає зараз якихось ознак, зокрема в місті, наприклад, Мелітополь, які б свідчили про підготовку
до масштабних наступальних дій з боку окупантів. І от ви сказали, що на Бахмутському напрямку у нас пріоритет, все ж таки нам потрібно більше боєприпасів. Який пріоритет щодо озброєння на Запорізькому напрямку? Це авіація, важка бронетехніка чи так само боєприпаси? А вот правильно вы, а вот говорите, а вот на запорожском направлении туда действительно нужна техника, нужна тяжелая техника, броня, авиация, как раз для того, чтобы не удерживать россиян, они там сами обороняются. Там есть определенная плотность войск, но она недостаточна для наступательных действий. А наши войска в районе того же Орехова, Гуляйполя, Запорожского фронта готовятся к наступлению. Туда нужна эта техника. Но нужна триада. Не хватит одной, допустим, тяжелой техники. Надо обязательно тяжелая техника, легкая броня для перемещения пехоты, для прикрытия тех же танков тяжелых. Нужна авиация, причем авиация двух типов. Нужны вертолеты, которые прикроют эту триаду, вертолет, танк и БМП, которые прикроют броню сверху и проложат пути. И нужна истребительная авиация, бомбардировочная, штурмовая, а это может быть один и тот же самолет, для того, чтобы всю эту триаду прикрывать уже от истребителей противника. Потому поездки и работа нашего военно-политического руководства, она как раз к этому сейчас ведет. Я думаю, ближайший Рамштайн нас обрадует как раз авиационной составляющей. Пане Романе, от якраз хотів би ще поставити про авіацію питання, ви про неї вже згадали. Президент України Володимир Зеленський от напередодні якраз був у Великобританії, і там говорили і про далекобійні ракети, і про авіацію. Ну от, по-перше, давайте розділимо на два питання. Спершу поговоримо коротко про авіацію. Що це за винищувачі можуть бути? Ну, очевидно, це Тайфун британський, так, винищувачі. Інших в них немає, окрім F-35, а F-35 навряд чи нам дадуть. Так и есть. Ну, в Британии у них основной это истребитель «Тайфун». Действительно, там больше сотни, полторы-две сотни машин есть. F-35 все-таки бомбардировщик, он нам немножко не подходит. А вот «Тайфун» — это истребитель многоцелевой. Как раз он может выполнять 4 в одном, 4 задачи, примерно как и F-16, и истребитель, и перехватчик. То есть он может выполнять воздушный бой практически с любым самолетом, который есть у россиян, может перехватывать и самолеты, и ракеты с помощью ракетного оборудования и пушки, может работать как штурмовик, используя ракеты воздух-земля, управляемые и управляемые авиабомбы, может работать как бомбардировщик. Просто 9 тонн нагрузки, которые может он нести, это довольно-таки мощная боевая нагрузка. Потому, скорее всего, это «Тайфун», просто из-за того, что его все-таки мало. Их выпустили больше, чуть больше 600 штук всего этих «Тайфунов». А у Британии 150-200. То есть, ну, они, если и смогут нам передать, это 1-2 эскадрили. То есть 12 или 24 самолета, бригаду сформировать. Ну, по крайней мере эскадрилю точно 12. Ну, у Британии есть еще «Апач», это те вертолеты, о которых я как раз говорил, прикрытие с воздуха уже и участие в триаде наступательной. То есть вертолеты «Апач» у британцев есть, они могут обучить наших пилотов и также нам передать их. Пане Романе, так, будь ласка, продолжите. Да, те ракеты, которые, о которых идет речь, это, скорее всего, «Storm Shadow». Это хорошая ракета «Скалп» по французской терминологии. Это крылатая ракета воздушного базирования, ну, по крайней мере, те, которые могут нам передать. Есть еще морского базирования и подводного, но это «Storm Shadow» крылатая ракета, дальность от 250 до 1000 километров, в зависимости от модификации. Хорошая 450-килограммовая тандемный боезапас и выход на цель с помощью головки самонаведения, инфракрасное на тепло идет. То есть отличная ракета, дозвуковая, в принципе. Стоимость, правда, дорогая, 1,5 миллиона. Но, тем не менее, если будет стоять задача уничтожения Черноморского флота, то, я думаю, британцы не будут мелочиться по стоимости этих ракет. А с чего запускать ее? Потому что треба же авиацию для того, чтобы запустить ее. Она вешается на те же пилоны, на которых наши самолеты сейчас, МиГ-29 и Су-27, носят на себе «Хармы».
То есть это ракета, это как раз ракета, которую, в принципе, уже наша, даже наша авиация может перенести. Харм также вешается на переходник, на пилон, потому туда подойдет и ракета. Она, тем более, она, ей программу задают на земле, потому ей не нужно управление как таковое. Там головка самонаведения, то есть инерциальная система наведения, которая ее выводит в определенные районы, а потом головка захватывает цель, которую закладывают техники, вооруженники на земле. И, в принципе, ее надо просто поднять в воздух, разогнать до определенной скорости, сбросить, она уйдет сама. Для этого подойдет МиГ-29 и Су-27. Примерно та же картина. Мы используем Харми по той же самой схеме. Пане Романе, ми вам дякуємо за таке розлоге роз'яснення про види озброєння, допомогу від Великої Британії, про те, що відбувається на фронті. Дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру «Апостроф ТВ». Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик, інструктор, був з нами на прямому зв'язку.